Вместо 10 окон теперь 25. В Саратове провели ребрендинг многофункционального центра Фрунзенского района. Теперь он предоставляет услуги еще и для жителей Волжского района. Больше чем в два раза увеличилось число работающих в учреждении операторов. С чем связаны такие изменения, выяснила наша съемочная группа. Владимир – один из первых посетителей обновленного многофункционального центра. Правда, здесь он уже частый гость. В центре оформлял ипотеку, получал документы после рождения первого ребенка. Сегодня оформляет свидетельство уже на второго. Говорит, с другими госучреждениями центр даже сравнивать сложно. Ой, это небо и земля. Я помню, раньше в регпалаты там надо было записываться там в 4 утра, что-то там сидеть, какие-то записи. А здесь пришел, быстро сдал документы и позвонит, когда... получать что-то. Все прям комфортно, все хорошо. Теперь здесь работают 25 окон. До ребрендинга посетители обслуживали только 10 операторов. В день каждый сотрудник принимал документы от 40 человек. Это очень много. Это, собственно, и послужило первопричиной принятия решения об объединении, потому что такое количество заявителей невозможно обслужить, чтобы выполнить норматив по времени ожидания в очереди. И именно для того, чтобы уменьшить качество предоставления услуг и уменьшить время ожидания в очереди, мы увеличили количество окон, увеличили мощность и возможности его по обслуживанию заявителей. Учли и то, что этот многофункциональный центр стал популярен также среди жителей других районов. Из-за удобного расположения многие предпочитают получить услугу именно в нем. Поэтому было принято решение не открывать в Волжском районе отдельный центр, а присоединить его к Фрунзенскому. Отдельного его не было. Мы планировали размещать его в областном помещении, дом офицеров. Изначально было подобрано помещение. Оно было осмечено, это помещение. Там свыше 10 миллионов только предполагалось потратить денег на ремонт по расчетам, по предварительным расчетам. Поэтому впоследствии было принято решение, что мы расширяемся в имеющемся центре. Перечень услуг, которые можно получить в многофункциональном центре, остался прежним. Это такие популярные разделы, как документация пенсионного фонда, службы судебных приставов и Росреестра. С введением обновленного учреждения Саратов на 100% обеспечен многофункциональными центрами. Теперь они есть в каждом районе города. Елена Петрова, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.